Сегодня почему-то я был уверен, что YouTube не запустится. Здравствуйте всем, дорогие друзья, всем привет. С вами, как всегда, я, Леха, Hardplay, и рад вас всех приветствовать на очередном стриме по игре The Elder Scrolls Skyrim 5-я часть. Полное прохождение, ребята, от А до Я. Пройдем полностью всю игру, весь сюжет. Ну и интересное нам задание. Короче, так вот, как попадет. Вот, не читал ваши сообщения, честно скажу, под предыдущей серией. Не успел, что-то маленьким. Вот, пока в больничку съездил, пока туда, пока сюда. Короче, не читал, честно, обязательно приду, почитаю. Ребят, сегодня YouTube работает крайне хреново. Они вроде что-то начали исправлять, то, чтобы начали появляться иконки, но при этом они сегодня сломали весь YouTube, потому что не пришли оповещения на ролик на вторую часть с Артемом Вульфом. Рейд в моем родном городе, так что обязательно посмотрите на канале в разделе реакции. Я думаю, быстро найдете в плейлисте. Ну а сегодня, как всегда, 0 плюс стрим. Приглашаю всех потихонечку. Потихонечку, в общем, отправиться в этот прекрасный мир, поизучаем. Ну и пойдем, может быть, сегодня даже по основному квесту. Ну а там как карта ляжет. Так что приятного просмотра. Погнали. Да, ну там не только с Ютубом, да, там много всего, да. Много всего было. Можно и так сказать. Так, ну что ж, начинаем. Поехали. Поехали. Поехали, поехали, поехали. Как всегда, не знаю, я прям очень рад, то, что мы снова в Скайриме, и как-то вот каждый раз вот эта игра, она не надъедает. Я не знаю, как это работает. Так, что было в предыдущих частях, как всегда, говорить не буду, чтобы не спойлерить. Вот, зовите друзей, детишек, и приятного вам всем просмотра. Так, ну что ж, мы с вами выдвигаемся. Я бы хотел сразу посмотреть, что у нас по загрузу инвентаря. 109, я здесь маленечко подразгрузил его. И предлагаю, наверное, по основному заданию. Основное задание у нас в Ривервуд. Прийти в таверну, снять комнату. Ну, в общем-то, наверное, вот и все. Так, сейчас я чуть-чуть вам погромче сделаю. Угу. Вот так. Я думаю, идеально. Нас ждут приключения, ну да. Ты... Привет. Я хозяйка гостиницы. Моя обязанность следить за приезжими. Я хочу снять чердак? Комнату на чердаке. Да. Что ж, у нас нет чердака. Но одна комната свободна, налево от двери. Чувствую себя как дома. Налево. От двери. Кстати, тут, оказывается, алхимический стол стоит так-то. И вот у нас не все изведано. Огромное количество ингредиентов мы с вами не изведывали. А пропускать их очень плохая примета. Очень плохая, очень плохая. Так, грязевой краб. Перья ворожей. Мы их тоже нашли не так давно. Собачий корень, вообще случайно на него натолкнулся. Грибок. Слушайте, как много мы всего, оказывается, с вами. Тихо. Спокойно. Так, а не вот. А, ну здесь она прям показана, какая комната, да? Ну, за 10 золотых мы с вами отправляемся. Значит, ты Довокин. А тебе многие говорят. Ты не это ищешь? Нам нужно поговорить. Иди за мной. Рок Юргена. Иду. У нас есть комнаты и еда, и выпивка тоже. Я готовлю. Вот, пожалуй, и все. Не шутя, тут прям элитная комната. Закрой дверь. Секретики? Теперь можно поговорить. Ну,
Чуть-чуть погромче сделаю. Чуси. Что за секретные такие туннели у нас? О, привет. А, мать, у тебя тут прям вообще все по-серьезному. У тебя здесь... А где я? Ага. Ага. Очень красивая музыка, между прочим. Повышение здоровья. Но у меня камни все маленькие. Я лучше подожду хорошего камня. Я думаю, что прибавится очень много. Седобородые, похоже, думают, что ты Довокин. Надеюсь, они правы. Правы, правы. А, так это ты взяла рог? Вот неожиданность, да? Кажется, я хорошо играю роль безобидной хозяйки трактира. Я тут, что тебе нужно? Я бы не пошла на это без причины. Нужно было удостовериться, что это не ловушка талмарцев. Я тебе не враг. Я уже отдала тебе рог. Я правда пытаюсь тебе помочь. Просто выслушай Врет? Меня. Или нет? Продолжай, слушаю. Как я писала в своей записке, я слышала, что ты, быть может, драконорожденный или Довокин. Угу. Я член ордена, который искал тебя. Ну, кого-то вроде тебя. Уже очень давно. Если ты, конечно, и вправду Довокин. Прежде чем я расскажу тебе больше, Владимир, я должна спасибо. Удостовериться, что тебе можно доверять. Ты сказала, что... Ну, подождите, давайте ее попробуем. Если она врет, то мы ее как минимум выведем на чистую воду. Ты сказала, что талмарцы преследуют тебя? Да. Мы очень давние враги. И если мои подозрения верны, они как-то связаны с возвращением драконов. Но сейчас это не важно. Что враньем попахивает. Может, и есть Довокин. Талмарцы с возвращением драконов связаны. Зачем ты ищешь Довокина? Мы помним то, что многие забыли. Драконорожденные — совершенные драконоборцы. Только вы можете окончательно убить дракона, пожрав его душу. Ну что, ты сможешь поглотить душу дракона? Да, конечно. Да? Хорошо. И у тебя будет шанс доказать мне это довольно скоро. Откуда я знаю, что вообще тебе можно доверять? Если не доверяешь мне, глупо было приходить сюда. Зачем ты забрала рог? Я знала, что седобородые пошлют тебя туда, если подумают, что ты Довокин. Они очень предсказуемы. Увидев тебя здесь, ты вероломная женщина. Тебя прислали седобородые, а не талмарцы. Я не должна тебя выпускать отсюда, зная, кто ты. Но, наверное, даже у моей паранойи есть пределы. Ты знаешь, где меня искать, когда передумаешь. А ты передумаешь. Наверняка. Передумаю, да. Мы о чем? Да, прям передумаю. Да, всех победим. Нет, подождите. Я считаю, что должно быть все общее, понимаете? Не должно быть каких-то вот этих вот секретов. Правильно? Правильно. Карта драконьих захоронений. Вот. Чего? Да быть такого не может. Еще громче, да легко. Карта. Я в
глаза долблюсь или что? Карта сокровищ. Я ж только что ее подобрал, подождите. Может быть... Вы не можете использовать этот предмет. Как же я там пойму-то? Ривервуд. Ну, допустим. Катана? Окей. Ну, допустим. Хорошо. Пойдет. Ну, если быть совсем откровенным, вообще неожиданно сейчас. Прям совсем, я бы сказал, неожиданно. Дим, спасибо. Это ниндзя получается. Блин, если бы мы за соло этого играли, это было бы очень красиво. Предлагаю по пути забежать. Почему бы и да? То, что коготь вернулся на свое спальню. Да, солнышко. Кто-то зовет мой товар мусором. Благодарю тебя. Да, немного того, немного сего. Что за... Что это за... И все. Магия восстанавливается быстрее. Ну, стандартная, в общем, история. Ничего интересного. Ну, ищи святых. Так, поехали. Исцеляет все болезни. Я думаю, что мы его оставим, ребят. Исцеляет все болезни. Урон ядом. Прикупим. Я знаю, знаю, что покупаю. Хотя хилки, блин, можно было бы и не покупать. Я просто думаю, что сейчас что-то будет очень жесткое. Я поэтому так, если честно, призадумался немножко. Полтоса. Хотя, да я думаю, ребята, я выхилюсь. Я не думаю, что там прям будет, ну, что-то прям ультра сильное. У нас, ну, с горем пополам есть какие-то хилки. Как сказать, я не могу сказать, что это прям вау, круто, но наверное, мы справимся. Нет, ну по 25, да, зря я купил это прям совсем по лайту. Я поражен, с какой скоростью мы вылутываемся. Это 10 тысяч монет, это же колоссальное количество, ну, абсолютно. Если тебе нужно что-то простое и надежное, нужен новый клинки, шлемы, практически все необходимое. Мне покоя не дает, конечно. А я все думал, когда же ты появишься? Плюс мораль! Дядь Леш, привет. Громко, привет. Можно добавить сестру в ТГ? Она была с нами на курсе 24-го. Да. Собака Е, подчеркивание, фупрорис. Как громко получилось. Спасибо огромное. Да, обязательно добавлю после стрима. Без проблем. Окей. Спасибо. В закрытую телегу обязательно добавлю. Изи. Изи. Опа. Стоп. Т.
Ты представляешь, а нету эльфийских ботинок. Ты представляешь, я хотел пойти перекрафтиться. Они мне не заролили их. Перчи дали, шлем дали, а этот... Только лучшее оружие и броня. Такой-то... Меч клинков, но я с ними не бегаю в любом случае. По десятке. Да пусть будут, ладно, в принципе. Спасибо, молодой. Ну что ж, погнали. Так, нам нужно с вами. Что? Я ж только что с ней разговаривал. Багуля? Только что же поговорил. Я член ордена, который искал тебя. Ну, кого-то вроде тебя. Уже очень давно. Если ты, конечно, мы помним то, что многие забыли. Драконорожденные — совершенные драконоборцы. Так. Только вы можете окончательно убить дракона, пожрав его душу. Это мы слышали. Ты мне что-то не договариваешь. Драконы не возвращаются. Они просто оживают. Они никуда не уходили. Это как? Они были мертвы, убиты сотни лет назад моими предшественниками. Теперь что-то вызывает драконов обратно к жизни. И ты поможешь мне положить этому конец. Почему ты думаешь, что драконы возвращаются к жизни? Чего? Я не думаю, я знаю. Спасибо, ребят, за лайки. Я располагайтесь, добро пожаловать. Курганы. Они опустели. И я догадалась, кто и где следующим пробудится к жизни. Мы пойдем туда, и ты убьешь этого дракона. Если у нас все получится, я расскажу тебе все, что ты захочешь узнать. Ну, пойдем. О... Ты вернешься. Если ты и вправду Довокин, то такова твоя ну, судьба. Ну, пойдем. Еще, что ли, с ним поговорить? Что-то вызывает драконов обратно к жизни. И ты поможешь мне положить этому конец. Хм. Несколько лет назад я... Куда мы идем? Прощакин. Там есть древний драконий могильный курган. Если мы доберемся туда прежде, чем это случится, возможно, мы узнаем, как это остановить. Пошли. Мне нужно переодеться в дорожную одежду. Дай мне минуту, и я буду готова. Минуту, да. И мы знаем мы эти ваши минуты. Ага. Потом стоишь, ждешь. Бензин в чипырке-то, он как бы не резиновый. Самое смешное, что... Найти место погребения вообще изи. Я предлагаю вернуть рок. 2 hours later. Слюна капает. Во-первых, вернем рок. Во-первых, вернем рок. Так. Здорово, отец. Мультик видел? Плати. Тебе удалось добыть рок. Угу. Я такой, да. Все испытания пройдены. Иди со мной. О, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давай-давай, я только за. Изучить последнее слово безжалостной силы. Да, что значит толкать. Да. Мне не надо толкать, мне очень понравился Блинк. Составленный из трех слов, он... этот крик станет намного сильней. С модами реально... Ребят, с модами обязательно, когда будем Skyrim проходить... Обязательно класс поменяю, обещаю, то есть, ну, пройдем за другой класс. Так что не переживайте. А это, кстати, спрашивали. Стоп, толкать? Все добороты.
сможешь. Там решим. Мужики, тормози! Все, нет? Ну? Рушится потолок, рухнет. Вы что, мужики? Нас прям кошмарит. Что-то кастуют, кастуют, как не в себя. Порчу, наверное, наводит. Давакин, вся сила голоса седобородых обрушилась на тебя, но не сгубила. Высокий Хротгар открыт для тебя. Уважение. Уважение. Так, респект от пацанов получили. Угу. Ну, если даже мы толчок изучили, если честно, я бы, ну, подзадумался вообще. Чё, гоните? Мне пешком туда? О-о-о. Крик, если он от себя отталкивает, нам это не актуально. Ну, как бы... Давайте я посмотрю. Он, скорее всего, толкает крики. Все на пути отталкивает. Ну, мне блинк, ребят. Мне, честно говоря, блинку поинтереснее. Я бы... Вот этот блинк, он мне просто и жизнь спасает, и я разрываю дистанцию. Для лучника, ну, для моего стиля игры, допустим, это вообще идеально, мне кажется. Блин, а как же теперь вот туда вот спуститься? Не-не, я верю, что это крутой скилл. Просто мне блинк нужен, ребят. Я от них отбегаю. Разрыв дистанции, плюс у меня стан в стрелах. Ну, то есть, я себя хорошо очень чувствую. Вроде бы как бы все спокойно. По-моему, серебряные жилы. Да. Конечно. Сейчас кому-нибудь, да, закинем. Попробуй, да, не вопрос, сейчас попробуем. Где он там газует? Так, магия, крики. Ну, давайте попробуем. А, он прям из трех. Ну, давайте. Сейчас на ком-нибудь попробуем. О-о-о. Снесу я ему голову, нет? Давай попробуем.
Прокачка у нас абсолютно правильная, братцы. Плюс эльфийский меч с него. Пятихатка. Привет. Уважаю такое. Урон просто колоссальный с этим билдом. Просто колоссальный. Если я подбираюсь, я говорю, мне нужно ботинки. Здесь прям что-то страшное творилось. Коровку они захомячили. Шкуру заберем. Где-то должен быть нормальный сундук. Я, правда, честно говоря, не вижу, где. Ребят, ну я не верю. Хотя он маленький. Кемп был. Может быть и... сделки заберем. Что-то я и не вижу. Сундук у них хороший. Не видите, ребят? Я не вижу. Я не наблюдаю. Ну ладно. Пам-пам-пам-пам. Пара-ра-ра-ра-рам. Сейчас можно на кого-нибудь... Опа! Стоп. Мне вот эти ночные походы, они вообще мне... Лутик, да, такой. Ну, знаете, мы обнаглели, давайте откровенно. Ну, подзажрались. Когда уже на десятку я вышел, извини меня, у нас уже мало для нас там даже на 500, на 600 голды. Понятно, что мы, ну, это продадим не за эти деньги. Что здесь... Ну, дай, залезу. Ну дай, ну хорош. Не это. Не пень. Святилище Талоса. Да, на продажу книжку заберем, чего нет. Пластинчатые перчатки. Мое почтение. Сундук здесь. Лунным камнем, обалдеть. Так, а что, можно на ком-нибудь испытать крик? Уважаемые люди в чате просят, между прочим. А что у нас по крикам? Как дела обстоят? Я бы сейчас, как говорится, да, гадзанул. Нормально так. Он аж останавливается, что ли? Ты чё? Пехота. Тихо, парни. Чьих будете? Воин серебряной руки? А, там зажать, говорит, нужно. Сейчас я зажму. Уж поотлетают. Ты чё, я не пойму. Кто такие-то? Чьи их будете? Холопы. Я же сейчас залезу, я же не поленюсь. Я же вас сейчас просто вон законтрю. Через зажим, я понял. Ну, сейчас, ребят. Сейчас я попробую, но это долго довольно. Ого! Прям все посерьезки. А, че же вы сразу не сказали, что вы здесь, типа, это, отдыхаете на чили, на расслабоне, ребята, здесь. Типа, здесь база, что ли, даже какая-то. О, он убежал, ты обиделся, что ли? На, лови аптеку. Ну вы че, парни? Короче, можно... Могу. Пойму, что-то столько там... Кого-то я там триггернул прям так сильно. Серебряный меч. Особенно эффективен против нежити, ну да.
кто там? Ну, чё? Кто? А чё случилось-то? Подождите. Вы этого не видели? А, крабы прям там, прям... Здрасте, что это такое? За новости, я не пойму. Пойму, это как раз вообще? О! Даже прям грустно, что ли, становится. Чуть-чуть не постреляешь, начинаешь забывать баллистику. Ну, такие они, бомжеватые ребята-то, на самом деле. Ничего у них я интересного не вижу. Серебряные мечи, ну, такое. Клешни краба. Давайте вот этот крик оставим, раз прям так зашло всем. Давайте, может, его и оставим. Ну, я бы блинк, конечно, оставил, но ладно. Блинк очень хорош. Я думаю, что если вот этот вот с ног сбивает, и они прям в сторону отлетают, то, в принципе, он тоже подойдет. С блинком просто попривычнее, что ли, играть. Идем, кстати, мы в правильном направлении. Нет, скилл хороший. Не-не-не, ты зря. Хороший скилл. Хороший. О! Ну-ка, парни. Сейчас хайграунда я их заберу. А, тут такой, да, хайграунд? Сложный. А, к блинку обязательно, да, надо два слова узнать. Будет очень круто. Сейчас чувствую, я долазюсь. Я сейчас найду кого-нибудь. Друга себе нового. С крыльями. А, некроманты. Угу. Угу. Прошу прощения. Перепад высоты не учел. Я пока рывок поставлю. Чуть вот. Понял. Понял. Могу. Мне кажется, я их даже без инвиз... Нет у меня здесь, прекрати. Слушай, ну я же в лоб с тобой сейчас могу реально зарубиться. Зря так. Я как бы побаиваюсь вас, но я бы не сказал, что боюсь прям. Ну да. Братик со мной в лоб, как бы магом. Хорошо, попал. Огненный маг-ученик. Ты ж понимаешь, да, что я сейчас подбегу? Парни, это все очень плохая затея. Говорю вам честно. Рецепт зелья невидимости. Здравствуйте. Вот оно что, да? Зелье невидимости рецепт мне дали. Зелье невидимости, если я не ошибаюсь, оно стоит денег. Причем немалых. Три татушки, та-та, три тату, тату, та. Ой, как близко, а.
Тюк. Оп! О, там у вас прям по-веселому, да? Давай, солнышко. Ага. Ага. Ну и как? Оп. Я сейчас, блин, канусь к тебе, ты же понимаешь это, да? Смотри, как отошла грамотно. Ну как, пробила, нет? Я еще думаю, главное, на ком же мне клинки покачать, а? Главное, думаю, броню и клинки на чем? На ком же броню и клинки-то качать? А ответ, оказывается, он предельно простой, ребят. Ребята мне просто помочь вызвались. Они меня вообще пробить не могут. Блин, ну мы очень сильные. Это, ну, прям факт. Мы прям очень-очень сильные. Что-то как-то не впечатляет мне ваша эта хибара. Беру свои слова назад. Откат. Откат. Ловушка там стояла. Да как-то нам... Типа... Вроде бы как бы и неплохо, но как бы и не горячо, и не холодно вообще. Абсолютно. Поехали. Что же вы здесь спрятали? Кого же вы здесь запрятали, друзья мои? М? Кого же вы здесь... Красиво схоронили. Слышите, да? Тук-тук-тук. Срач тут конкретный. Пустые бутылки. Вообще ничего нет. Но это развод. Это стопроцентный разводняк. Это они хотят, чтобы мы ушли. Но мы не уйдем. Они пьют день и ночь. А я что делаю? Ты работаешь в кузне. Зачем им нужно, чтобы я работал в кузне? Мы используем магию, а не оружие. Клянусь, они надо мною издеваются. По крайней мере, не приходится возиться с... Я прерву ваш разговор, да? Вы же не против? Екельке. Кто-то кашляет. Тут кто-нибудь есть? Угу. Новичок. Посох пламени, чисто его разбить. Такой никчемный. Жемчужина. Интересно. Несколько железных слитков, серебряная руда. Ну и кузнечное дело вообще как бы лишним-то для нас не будет. Мы очень сильные. Очень-очень-очень-очень сильные. Теперь у меня есть другой вопрос. Что же вы все-таки, гады, скрываете? Это же сказки. Это стопроцентные сказки. Где-то у вас что-то есть. У вас же где-то что-то спрятано. Вы просто не даете и не показываете. Но вот что у вас спрятано и где? Самое главное, в лоб не выйти на какого-нибудь адепта. Смотри, как глубоко все заныкано. И куча алкашки вообще везде.
Одни пустые бутылки. После какого-то застолья. Парни. Что-то где-то зашкурено, причем так хорошо. Где-то какой-то сундук будет стоять. Смотри. Вверх это, короче, понял, это обманка. Опа. Я понял, понял, парни. Все хорошо. Вот именно для вот этого он и нужен. Ты че, тварь? Сейчас вот вообще было неприятно. Красиво. Один-один бежит. Давай. Не-не-не-не-не. Так не работает. И вот здесь, смотри. Ох, вы мои. Не следа. Не следа. Просто есть пробитие. Тут кто-нибудь есть? Нету. Имба скилл, просто имба. Вот это очень неприятно. Not bad, not bad. Сильно. Дал так, что уши... Уши отлетели, хорошо. Очень неплохо. Хорошо дал, мне понравилось. И он сюда не должен бежать. Он же не должен, да, сюда бежать? Померещилось. Просто показалось на мгновение всего. Ну что? Ну что ты, мой старичок? Ну что вы там, ну что ты? Ну что ж ты, что ж ты, ну что ж ты? Что ж ты, ну что ж ты? Что ж ты? Старичок, ну... Опа. И еще и не спалиться. Гений. Непризнанный гений на стримере. Ну что вы там, парни? Ну что, не нашли? Ну что ж ты? Ну что ж ты? Никак там нет никого. Ну что-то. Я говорю, это... Нет сомнений, был какой-то звук. Был. Был. Не врешь. Истину глаголишь. Кто? Нет, главное, смотри. Звук был? Был. Я тебя за кефиром посылал? Криомант. Тебе не спрятаться от меня.
Слушай, одну секунду, ну, чтобы нам вообще не прятаться. Знаешь, сынок, дай-ка папа перейдет тут немножко тоже на бронебойные. Я так-то тоже не попал. Не попал два раза. Ну ты не расстраивайся, но в следующий раз точно попадешь. 100%. 100%, братик. Как говорится, next выиграем. Камень душ. Молодцы. Так, а вот теперь начинается самое интересное. 4 мага что-то там охраняли. Что охраняли здесь 4 мага? Ха. Что же вы здесь мутили-то? Это очень странно. Это очень-очень странно. Но пока вы меня вообще не впечатляете. Мешочек. Возьму. Как говорится, подсолить. Что здесь? Почему столько пустых бутылок? Что я не пойму? Так. Плюс превью. Добрый вечер. Когда с командировки вернулся чисто? Ра-та-та-ра-та-ра-та. Чик-чик-чик-чик. Сапфир. Сапфир, говоришь? Левин, ты олень. Почему всегда все... А, сейф адепт. Привет. Прям адепт, адепт. Не шутя, вынос хабара. Мое почтение. Ну, выше среднего точно мы отсюда вынесли. Это, ну, железобетонно вообще абсолютно. Я уже понял. Не стоило сюда приходить. Полностью с тобой солидарен. Знаешь, вот не стоило. Я как Филипп Бедросович, как говорится, не в ту дверь, брат. А где ты? Я бегу за тобою. О, колдун адепт. А что там у тебя произошло? Прикинь, урон какой, брат. Просто на мастере. Там где-то вторая еще омега бегала, нет? Ястреба. Ой, мне понравилось с золотыми стрелами ходить. Дубай. Кто-то поспать, что ли, решил? А. Здорово! Нет, ну, ребят, ну все проспал. Ну, объективно, тело все проспало. Пацанов подставило. Ну, нельзя так спать. Что ж, там такой кипиш поднял. А он все спит, спит. Мама, разбуди меня попозже. Разбудим.
Это мы могем. Это мы только за. Все, что нас, как говорится, качает, это мы с превеликой радостью. Зачем будет? Ну, я его так слегка, как говорится, провел. Самое забавное, что это дальше куда-то проход. С виду маленький. С виду такая маленькая, какая-то полуразрушенный. Какой-то храм, не храм. Ну что ты? Ну что? О, сладкий запах горелой плоти. Нет ничего лучше. Правда? Они мрут. На, раскурись. Забыл, куда бежать. Ни сюда, ни в ту дверь. Спокойно. А чё он такой дурной? А где я? Чпоньк. Я смотрю, со стрелами вы вообще, да, плохо дружите? Давай разменяемся. Разменялся? Кто-то там очень много это. Не дурно. Прям бежит. Ну что, видишь? Мне нет равных заменений. Вижу. Да ты охерел так меня рашит? Ты чё, родной? Давай. Давай, родной, чё? Наглый? Прям наглый? И бежит, и прям вот такой, знаешь, настырный. Почему-то скрытая атака с кинжала не прошла. Я вот этого вообще не понял, почему. Вроде бы четко зашла. Ну, такое. Вы что здесь, я не понимаю, мутили-то, садомиты? Мать моя женщина. Орочьи перчатки. Здесь не буду пацанов беспокоить. Скрытую атаку зачем делать двойную? Ну, не знаю даже. Святилище Дибелла. Что-то какое-то местечко такое. По-моему, наверх. Обалдеть. Неприметная башня. Просто добрый вечер. Зашли так, что чуть-чуть шляпа не улетела. Неплохо. Ну, прилутались мы очень бодро. Прям бодро-бодро. Погнали дальше. Ребят, напоминаю всем то, что мы отдыхаем на стриме. Прохожу я первый раз с Карим полностью. Вот, так что спойлеры, советы, все остальное улетают в бан. Не обижайтесь. Отдыхайте, чильте. Ну и, конечно же, просто наслаждайтесь. Если что, я спрошу что-то, если где-то не знаю. Или не вижу, или не слышу, или еще что-нибудь. Обязательно с чатом мы поинтересуемся. Можно писать в комментарии. К роликам это все дело читаю, сам лайкаю, так что предлагаю наладить вот такую связь. По-моему, идея очень хорошая, она много лет уже просто действует на канале. По-моему, прекрасная затея, согласитесь.
Безупречный гранат к нам прилетает. Так. Все как-то слишком спокойно. Просто бегаем, просто наказываем. Роща Кин. Пенечки стоят, домик стоит. Нет, не ходи туда. Дракон, он нападает. Где? Он улетел за город и сел на драконий могильный курган. Не знаю, что там происходит, и выяснять не собираюсь. Быстрей, может быть слишком поздно. Ну-ка, солнышки. Ну-ка, 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 ну-ка. Где солнышко? Куда бежать-то? А, я понял, Самара. Угу. Ты посмотри на эту громадину. Пригнись. Посмотрим, что он натворит. А точно он на драконьем кургане? Что мучишь? Что он делает? Это, видать, какой-то главный дракон, Алдуин. Так, парни. Значит так, что мы имеем? Мы имеем невменяемого типа. Подбираться, значит, к нему бессмысленно, да? Я Салакнир. Слышь мой голос и... Как с ХП у тебя дела обстоят? Да-да-да, она, знаешь, как тебя назвала? Земляным червяком. Ты просто приземлись. Прятки тебя не спасут. Молодец. И просто туда. Знаешь, если я критану по нему из укрытия? Я смотрю, за время моего сна смертные обнаглели. Ну, в пузяк неплохо прилетело. Даже зелье не хочу юзать. Он и так отлетит. Мэйдэй, мэйдэй! Пан! Что мне провалиться? Вышло неплохо. Давай-ка. Позаришь. Ну что, мы его назад отправили, 10 стрел вернули. Как всегда, куча дропа. Стабс, спасибо. Я посмотрю, Стабс. Плюс еще одна душа, ребят. Теперь у нас есть понимание, что здесь происходит. Летает какой-то жесткий товарищ. Алдуин. И воскрешает, поднимает их на курганах. Я обещала тебе все рассказать, верно? Давай.
Говори. Отвечу на все вопросы. Ничего не утаю. Кто ты и чего хочешь от меня? Я одна из последних клинков. Спасибо за лайки, ребят. Давным-давно клинки были драконоборцами. Мы служили драконорожденным, величайшим драконоборцам. Более 200 лет с момента гибели последнего драконорожденного императора клинки искали, в чем же теперь наша цель. Теперь драконы возвращаются, и наша цель опять ясна. Логично. Мы должны их остановить. Клинки, кто это такие? Именно. Никто сейчас даже не помнит нашего имени. Раньше весь Тамриэль знал, что мы защитники императоров династии Септимов. Но эти времена давно миновали. Последние 200 лет мы искали следующего дракона рожденного, чтобы направлять и защищать его, как велит нам клятва. Но никого не нашли до сегодня. Что ты знаешь о возвращении драконов? Ничего. Я, как и ты, была поражена, когда увидела этого огромного черного дракона. Следующий шаг. Сначала нам нужно выяснить, кто стоит за драконами. Талмар, наш главный подозреваемый. Если это и не их рук дело, они знают чьих. Напомни мне, пожалуйста, что такое Талмар. Фракция, которая правит Альдмирским доминионом. Они чуть ли не уничтожили империю в Великой войне 30 лет назад. Нет худшего врага для людей Тамриэля. Империя еле пережила последнюю войну, и Талмар не собирается проигрывать следующую. Почему ты думаешь, что Талмар замешан в возвращении драконов? Доказательств нет, пока. Но я нутром чую, что это их рук дело. Имперцы захватили Ульфрика. Война почти закончилась. А потом появился дракон, Ульфрик сбежал, и война снова идет. Ну кому-то это на руку, да. Теперь драконы нападают на всех без разбору. Скайрим ослаблен, Империя ослаблена. Кому это на руку, кроме Талмара? Нам нужно выяснить, что Талмар знает о драконах. С чего начать? Если бы мы могли пробраться в Талмарское посольство. Это их штаб-квартира в Скайриме. Проблема в том, что посольство охраняют лучше, чем Скряга свой сундук. Они еще большие параноики, чем я. Тогда как мы попадем туда? Я пока не знаю точно. У меня есть несколько идей, но нужно время, чтобы все продумать и подготовить. Встретимся в Ривервуде. Если я не успею туда к твоему приходу, дождись меня. И посматривай на небо. Поверь мне, дальше будет хуже. Да... Вообще без Б, как бы... Хуже-то? Чё хуже? Ну, более сильные драконы прилетят. Тогда да, тогда может быть что-то хуже. А так, ну... Мы очень сильные, мы прям кабины... Ну, нам по кайфу просто развалить кабины. Я могу, я вчера натянул. О! Правда? Так возьмешь меня? Посмотрим. Где я? А где я? А где мой малахит? Помните, да, для чего малахит нужен? Кто смотрел предыдущие серии? А... О! Не крадем, а добываем. На входе кто-нибудь сказал, что это чье-то? Нет, нет. Вопросы? Нет, нет. Вот, пожалуйста. Это достояние народа. Это наша шахта. Безупречный рубин. Мое почтение. Ой, сколько малахита. Мне сейчас дурно станет. Очень внимательно все здесь везде осматриваем. Зачарование повышается. Прекрасная вообще шахта мне. Она мне сразу, знаешь, понравилась. Я еще главное думаю. Эх, вот бы сейчас. Стой. Так, если что, налево. Я сейчас пошел.
Парни, мне вообще ничего не интересно. Дайте, пожалуйста, где еще потыркать малахит. Сундуки. Фиксируем. Ларис, спасибо за подписку на Бусти. Ссылочка, если что, внизу в описании. Также, ребят, напоминаю, чтобы... Сапфир. Чтобы не пропускать стримы ежедневные, обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Hard Inside. Так что, как-то так. Следак, здорово. Здорово, родной. Привет. Если Толян здесь, десятку набрали, ребята, по Форесту. Так что... Скоро я обязательно нарисуюсь, и это мы того самого, если у тебя там планов нет никаких грандиозных, то мы можем, так скажем, скрестить шпаги. Ом, неплохая затея. Блин, там кирка, тут кирка. Ага, думали, не увижу. Надо все везде осматривать. Это же просто клондайк какой-то, реально. Золотое дно. А, Толяныч, да замутим что-нибудь. Наша шахта, уходи, да-да-да. 24 лайка сразу, комментарий набрал. Спасибо за 2 евро. Толян, да вообще зарубимся. Я думаю, мы Форест быстро пройдем. Кто-то добывает. Кто этот демон? Ну-ка, медленно. Я тебя не знаю. Я тебя тоже не знаю. А ну-ка, собрал свои манатки с... Очень хочется сказать, ребят, очень хочется, но нет. Ушел? Ушел, да. А чё он? Конкурирующая фирма. Да, съехал, вот-вот, да. Смотри, сынок, сейчас с кинжала, да, можно получить за руду. Я такой, да. Випс РФ, а, наверное, никак, Толь. Привет. Да ты охерела, дура, ты чего, родной? Ты видел? Нет, видел? Уйди. Дурак неумный. Все киркой. Уходи. Ты что такое, я не пойму, бестолковый. Пехота, никому не интересно, там дракон летает. Нет? Видная, мать твою, драка. Да, 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 да. Да, да, да. Кровавый. Не, а чё он? Чё он какой-то это? Да уйди ты от меня. Давай, давай, да, расскажешь. Фига себе, бимба прилетела. Что-то, мне кажется, в нем хп много, нет? Давай, привет. Можно под напитками его долбить. Можно, в принципе, его скипнуть. Очень сильный дракон. Я подумаю, где его.
туда. А, не нравится? Спамит, спамит, неплохо. Прям по-тяжелому спамит. Да кого ты ставишь? Это как-то он мне так на ход ноги-то дал? Не, базара ноль, я просто сейчас, ну хорошо, я-то укреплюсь, я просто сейчас ботинки куплю, все остальное. Не, если здесь такое начинается беспредел, как бы, ну окей. Да-да-да. Мало покоцал. Блинк, дай, пожалуйста. Надеюсь, прилетит второй и тебя оттрапанит, падлу. Не достал? Достал, достал! Ладно, ладно, что ты начинаешь-то? Понял, понял. Я не знал, что он так умеет. Ладно. Я его все равно попробую завалить. Интересный парень. Начал плохо. Не должен меня здесь доставать. Ну спамит он просто, дай боже. Как же тогда с тобой, друг? Какой же с него дроп, да. Сделки пока нет, пока что. Слушайте, а ведь местечко-то неплохое. Сейчас мы тебя, падаль, умом возьмем. Или не возьмем. Такой ублюдочный он довольно. А, ему вообще что ли плевать? Но это как минимум странно, парень. Нормальные плюхи. Неплохо.
под него. А, ему вообще насрать. Короче, у него АИМ работает вообще в любые направления. То есть ты блинкуешься, так его не замансить. Бредовая, на самом деле, сделали тему, ну ладно. Гениально. Просто, брат, гениально. Видишь, что он делает? У него как автонаводка идет. У него просто, да, автонаводка идет и все. Окей, ну давайте крик попробуем на него юзать. Я все равно, что что-то где-то он попадется на чем-то. А, где-то что-то. Не-не, не хочу в шахту здесь. Интересно с ним. Попробовать его. Даже не приземляется. Блин, забыл, как эта тема юзается. Надо ждать, когда он приземлится. По-моему, вот здесь вот можно его раскайтить. Будет садиться, интересно. Давай, не один же ты такой умный. Не, он ему особо ничего не делает. Я не против, брат. Не, если он так напал прям в лоб. Why not тогда чё? Мимо. Это вот один такой, мне кажется, дракон. Попал. Его закайчу, я его заберу сейчас. Умом его возьмем. Попал. Ничего у него не выйдет. Тактику он поменял, да? Хороший. Заспамит. Умом, молодец. Молодец, молодец. Очередная драка. Ой.
меня видишь, у меня все на скрытность. Ботинки нужны, короче, нужен сет просто на этот, на холод и все. Я предлагаю пока сделать вот так. Пусть он, в принципе, отваливает. Я не вижу смысла с ним сейчас биться. Их надо бить, когда они сидят. Их надо из инвиза просто сразу им шляпу сносить и все. Он просто улетел. Молодец. Так, Ривервуд нас ждет. В лоб с ними биться мне просто смысла нет. Я их и так сейчас, я их всех сбрею. Да, конечно, а зачем? Ну, смысл биться в лоб с драконом, если просто мы их сейчас будем гангать, где они спят. А, в принципе, у меня есть как минимум два места. А ну-ка. Конечно, сумасшествие, но когда было по-другому? Мне просто интересно. Чисто теоретически. Если там логово показано, его же можно просто сбрить и все. По идее, если их уничтожать там, этих драконов, мне самое главное, чтобы они были на гнезде или с кем-то бились. Если они будут с кем-то биться, так-то урон по ним очень большой проходит. Мне нужно как-то сделать, чтобы с ними размениваться именно. То есть нужно... Просто их выстегивать и... Не, ну, короче, минимум две плюшки мне надо как-то переносить от них. Две плюшки надо выносить. А вот здесь вот интересно, смотри, разлом, ну куда мы выйдем тогда? А как же к нему туда забраться? Там какой-нибудь ледяной, да, наверное, будет? Это проход нашли. Какой-то проход. Вообще, по-моему, пещера. С другой стороны, а есть ли смысл вот в этих вот товарищах или нет? Есть ли смысл в... Кого? Ты кто?
что было? А? Это что сейчас было? А как это вообще килять? То есть у этого огромный урон, но при этом отлетает сразу шляпа, да? Понял. На-на-на-на-на. Не прошел крит. Не, не забить мне его. Реген огромный. Блин, ну мы сильные. Все равно мы сильные. Мы вообще не слабые с вами. Мы прям сильные. Мы прям что-то могем. Ну, здесь чисто логово тролля, короче. Говорится, нес все сюда. И выход. Опа. Как же мне его, ребята? Блин, я его не достану, прикинь. Не достать. Смотри, чертила сидит. А у него, ребят, ничего не свисает. Блин, ну из инвиза у меня крит будет просто огромный. Ну я его очень сильно нокну. Видел, сколько я ему нанес? С одной плюхи.
Самое смешное, что посмотрите, как он меня пробивает. С этим. А он меня вообще никак не пробивает. Я в тильте. Хе-хе. Чё, братик? Чё у тебя такое? Что ты, родной? На, сюда! Бенч! Мимо! Мимо! Ну что ж, все становится предельно ясным. Ботинки на сопротивление холоду. И все. И Солянова просто абсолютно забираем. Не, у меня просто ботинки на резист. 50%, ребят, резиста. Поэтому, может быть, какой-нибудь слабенький, я не знаю, был. Но, судя по тому, как он отлетел, по-моему, очень даже неплохо. Дружба со зверями. Шутя ты пропахал. На ботинке лучше бесшумность, но они все равно, ребят, они видят. Они видят этот, как он называется, они все меня видят, они взлетают. Говорят, стражи рассвета возрождаются. Говорят, да. Это охотники на вампиров или что-то такое. Обосновались в старом форте. Говорят, да, брат. Конечно, сильно. Если тебе нужно что-то простое и надежное, клянусь и с миром, я выкую это. Выкую, да. Нужен побольше. Погляди. Неплохой заход. Я бы сказал, шикарный заход. Ладно. Ты
Текс. Ну, сейчас посмотрим. И тебе доброго дня, друг. Да... Деревенька у нас небольшая, однако лентяев не держим и заботимся друг о друге. Это понятно. То, что коготь вернулся... Кто-то зовет мой товар мусором, но для меня это сокровище. Значит так, контрим на ботинки. Самое интересное для меня это ботинки. Слабенько, брат. Души все вообще скупаем. Просто прям по дефолту. Я не уверен, но что-то вот из этого можно разбить. И, в принципе, даже далеко бегать не надо. Мы кое-что забыли. До встречи. Пойдем-ка. У меня собственная лесопилка. И жалование я плачу приличное. Если тебе нужна работа, поговори с моим мужем. Зачарование. Вряд ли за тобой следили. Пошли. У меня есть план. План банан. Никто не догадался. Так, солнышко, пока у тебя есть план. К тому столу подошел, сорян. Пока у тебя есть план, мы бьем раз. Мы бьем два. Вообще просто на шару. Нам чисто прокачать. Нам так-то больше вообще ничего не интересно. У нас куча обычных камней маленьких. Ну и все, и поехали. По пол левела. Просто жесть. Но это клондайк, это я говорю, это денег это все стоит. Просто невероятно, невероятная сумма денег. Плюс левел, ребят. Я придумала, как провести тебя в Талморское посольство. Одну секунду. Так. Вы же понимаете, да, чем сейчас это закончится? Вы же понимаете, да, на что я выхожу? Понимаете пока? Сейчас поймете. Ta-ra-ra-ra-ra-ra.
Нужно много предметов. Где мои клинки? Я придумала, как провести тебя в Талморское посольство. Посланница Талмора Эленвен часто устраивает приемы, где собираются богатые и влиятельные люди, тем самым демонстрируя эльфам свою лояльность. Я могу провести тебя на такой прием. Когда будешь внутри посольства, покинешь сборище и отыщешь секретные документы Эленвен. У меня есть человек в посольстве. Он сам не пойдет на такой риск, но сможет тебе помочь. Его зовут Малборн. Лесной эльф. У него много причин ненавидеть Талмор. Можешь ему доверять. Я ему передам, что вы встретитесь в Солитьюде, в Смеющейся крысе. Знаешь это место? А я пока попробую добыть тебе приглашение на прием у Эленвен. Найдешь меня в конюшнях Солитьюда, когда договоришься с Малборном. Есть вопросы? Вопросов нет. Хорошо. Береги себя. Пам-пам-пам-пам. Я человек простой. Надо заапгрейдить. Откуда у меня столько камней душ заполненных? Вообще видеть, что происходит? Жил-да-был Рагнар рыжий героем, он слыл, как-то раз он в Айтран ненадолго прибыл. Он куражился, пыжился, бряцал мечом, похваляясь, что враг ему всяк нипочем. Но вдруг Рагнар рыжий, как лютик, паник, он услышал Матильды насмешливый крик. Что блажишь ты, что врешь, что ты мед здесь наш пьешь, нас довольно готовься, сейчас ты умрешь. Лязг стали, а сталь беспрестанно звенел, и Матильды воинственный дух пламенял. И унял с тех пор Рагнар хвастливую речь, как слетела башка его рыжая с плеч. Это ода в честь несгибаемых защитников Скайрима, имперцев. За юность мы пьем, прошлым дням наш почет. Скоро век произвола совсем истечет. Побьем, братьев бури, землю нашу вернем. У нас есть защищать край родной. Заткнись. Просто заткнись. Просто не разговаривай со мной. Господи. За какие мои грехи? А сколько у нас уже драконов сбитых? Так. Пам-пам. Пам-пам. Па-ра-ра-ра-ра-рам. Вы же понимаете, да, что сейчас будет? 5, по-моему, да, драконов сбито? Я могу что-нибудь выковать, папа? Можешь. Мой ку... Терпение, Дорти. Обещаю, у тебя будет время поработать. То, что коготь вернулся на свое законное место, много для нас значит. Благодарю тебя. Да, немного того, немного сего. И ты помог с бабой этому челику. Это самая большая ошибка, которую я допустил в игре. Папа говорит, что я слишком приветлива с чужаками, но ты вроде ничего.
Думала, я тебе скажу, ты тоже? Нет. Если тебе нужно что-то простое и надежное, клянусь и с миром, нужен новый клинок. Просто погляди. Не подведи меня. Давай, дорогой. Та-та-та-та-та-ра-та-та-ра-та-та. Оп. Оп. Угу. Оп. Мой отец Алвар, кузнец. А твоя мать знаешь кто? Ну, то есть ученица. Да-да. Что? Тебе еще что-то непонятно? Да. Жил да был Рагнар рыжий героем, он смыл как-то раз, он в Вальтран ненадолго прибыл. Он куражился, пыжился, бряцал мечом, похваляясь, что враг ему всяк не... Боже, пожалуйста, не надо. А теперь смотрите, шлем. Двадцать пять у меня идет шлем. Это стеклянная броня. О чем? Но вдруг Рагнар рыжий, как лютик, паник, он услышал Матильды насмешливый крик. У нас есть комнаты и... Нужна комната, обратись... Ничего не нужно. Хочу в Вайтран. Я не могу. Меня с ума сведете. Просто с ума сведете. Сволочи. Вот сейчас вообще не понял. Привет, у нас... Да все, что доброму воину нужно. По шлему отбой. Чик-чик. Плюс 25 урона. Можно просто второй взять. Лук. Он дубасить будет так. Но меня интересует здесь не лук. Меня интересуют концы хотя бы эльфийские. И только шлем. Представляешь, что он делает? Ой, братцы. Это все очень грустно. Мне нужны концы, я не помню даже, у кого еще можно спросить. Тобой приятно иметь дело. Бабца мне нужна это. У нее может быть... Нужно что-то? Нужно, чтобы ты за... Два, три, четыре, пять. Солитьют, да, кстати. А вот и Малахит подъехал. Привет. А вот и Малахит. А вот и Малахит. Но из-за того, что он этот...
Баба, это появится, нет, сегодня? Или... Да. Нам наша задача прокачать кузнечку. Параллельно закачаться... Ну, я сейчас примерно даже знаю, сейчас, что мы сделаем. Нам нужно выйти на стеклянные доспехи, как угодно. Кузнец-волшебник. Сейчас пойдем страдать. 60. Если мы вот это вот зафармим, эльфийские-то мы уже можем. Но ради них, типа, смысла не вижу. Мать, ты появишься, нет, сегодня? Где-нибудь ты нарисуешься, объявишься, появишься. Не знаю, что-нибудь сделай. Она вообще где? У нас и... Да все, что доброму воину нужно. Так, ребята. Поехали. Поехали. Разгружаться. С тобой приятно иметь дело. Мне нужно где-то найти зелье кузнеца. Колдуна. Зелье. Что это за сила? Знаешь, в чем сейчас кузнеца? Дай мне знать, если тебе что-нибудь приглянется. Погляди. Магию на 10 единиц увеличивает. Сильно. Молодец. Я-то думаю, кто же у меня купит? Нужно где-то что-то найти. Очень будет грустно, если мы не найдем то, что нам необходимо. Это будет не то, чтобы грустно, это будет очень грустно. Заходи еще. Мне нужны срочно концы. Смеющаяся крыса сюда по квесту. Не хочу ночью ходить. Мы сейчас доходим до кузницы. Нам нужно прокачать все, что на нас есть. Стоя на чести выступать в синем дворце. Вообще все. Нам нужно закрафтить себе новые кончики. Это меня не интересует. И ходить счастливыми. Повторяй сколько хочешь. Подумай еще раз. Ребят, да впадло мне пока второго кузнеца искать.
Где? Ага. Фиксирую. Говорят, стража рассвета возрождается. Это охотники на вампиров. Ой, боже. По требованиям имперцев не будет. Теперь у меня всем нужно. Лучше присоединяйся к ним. А, папа, в глубине. Я верен Солитьюду. Куда пойдет леди Элисин? Туда и. А можно как-нибудь кузнеца, пожалуйста? Знаешь, уже нет. Оружие, дракон снова броня. Напал. Кузнец на этот раз нарочно кин. Что-нибудь там рафлян местный или что? Кажется, три... клинки, шлемы, практически все необходимое. Угу. Угу. Раз. Раз. Заходи, если понадобится оружие или броня. Кузня всегда. Это раз. Кузнечка очень долго качается. Кинжалом самое просто. Но это ближе к истине. 40+. Мастер по изготовлению луков. Мастер по изготовлению. Приветствую, друг мой. Возможно, привет. Охотника. Поехали. Может, еще увидимся. Я, знаете, о чем тут вдруг внезапно подумал? Придется музыку послушать, но это нужно. Кольца и амулеты относятся тоже к броне. И знаете, что самое забавное? А перк-то тоже на броню. Налей-ка мне кружку эля. Сейчас принесу. Самое забавное, какой сюда камень нужен. Там нету на сколько процентов. Носитель движется бесшумно. Какая нафиг разница?
Вообще, по-моему, любой. Бум. На этом звук наших шагов с этой секунды полностью отключается. Потрясающе. Снимаем чарку. Я бы их, наверное, просто оставил. Я их оставлю. Зачем? Мы их оставим. Так. У меня теперь из головы, знаете, что нет? За юность мы пьем, прошлым дням наш почет. Скоро век произвола совсем истечет. Побьем, братьев бури, землю нашу вернем. Защищать край родной будем мы день за днем. Сдохнет Ульфрик, изменник лихой. Как ты сгинешь, так будет у нас мир горой. Только смирение мне поможет. Мы скоринские дети, битва нам словно мать. Нас авангард ждет светлый, каждый раз жизнь отдать. Только смирение. Но прежде очистим мы отчизну свою. Не уступим мы наших надежд воронью. Стадия принятия. Лех, сказать, на каком квесте можно нафармить кучу эльфийской брони и соответственно прокачать зачарование, если, конечно, интересно. Комментарии, брат, как всегда. Все по старой схеме, план банан. Спасибо. Так, 55. Мне нужно где-то теперь найти. Мне нужно кольцо любое. Кольцо и ожерелка. Любые. Вообще любое. Ну чё, ребят, момент истины. Если сейчас это прокнет... Да, это мучение, да, это долго. Но сейчас... Что? Что? Тебе еще что-то непонятно? Что-то непонятно. Почему у вас дебил в таверне? Не слышь. 21 урона луки, 21 кольцо, 18 ожерелья. 21 кольцо... 18. Налей-ка мне кружку эля. Сейчас принесу. Ой. Ой, папе сейчас дурно станет. Господи, мои старания, они не прошли даром. 27 мы меняем, это плюс 9%.
И здесь еще плюс 6. Это еще плюс 15%. Это просто... Ну... Это еще не все. Я хотел кое-что сделать. У меня шапка еще на 25. Я давненько хотел кое-что сделать. Как раз актуально, правильно? У меня, наверное, нет их, представляешь? Я могу либо в здоровье вкинуть, его забустить просто в небеса. Сопротивления нет огню. А тут, наверное, и нет. Поехали. Разгоним ХП. Давайте. Нам нужно перчатки где угодно найти и как угодно. Как хочешь. Мне нужны эльфийские перчатки. Если мы их сейчас находим... Если мы их сейчас находим, побрякушки, всякая всячина и прочие безделицы. Ну, ламеллярные, да, вообще пободрее будут. Ну, типа, не знаю, такой сет. Не очень красивый. Ну, естественно, здесь ничего не найдем, да? Мы же не забыли, да? Понимаете, да, что сейчас будет? Мамонты, мамонты, ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай, мамонты, мамонты, на-на-на-на. Да, братцы, вот это реально прикол. Это реально. Нужен новый клинок, клинки, шлемы, практически все необходимое. Ты, по-моему, что-то попутал. А он в разгоне случайно не пободрее ли?
Но у меня еще разогнанный, ребят. Говорят, нет. Ну, красивый лук тоже. Очень красивый. Зараза. Плюс 15 к урону, это очень-очень-очень будет заметно. Так. Ну что, мамонты? Ты умеешь добиваться своего. Да все, что доброму воину нужно. Я помню, ребят, про этот, про алхимку. Да, сейчас бы, конечно, бы перчатки. Эх, сейчас бы, конечно, бы перчатки. Ну да, ну да. Да, вот бы перчатки. Кстати, очень хорошая идея. Говорят, ты не парься. Сначала надо разгонять, а потом чарить. Не надо вообще кузню качать. Знаете, а где-то ведь это... Ну, вы правы. В этом где-то есть здравое зерно. Прям не зерно, а прям... Прям вот, да. Эх, сейчас бы, ну да, ну да. Эх, сейчас бы вот так вот эльфийские перчатки бы. А, Сар, лук и стрелы для умелого охотника. Владеешь луком, да? У меня есть именно то, что тебе нужно. Ползунок влево. Так подскипнешь анимацию ожидания. Приятная игра, меньше чем три. Спасибо, дорогой, спасибо. Хороший совет, кстати. Спасибо. Ну, вы писали, я, если честно, подзабыл про это. Приятно иметь с тобой. Это какой-то у него бич этот. Я работаю с мамой. Фрукты, овощи. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. А знаете, что некоторые фрукты... Уходи от меня. Ребят, да все, что доброму воину нужно. Еще разочек быстренько посмотрим. Да, на эльфийские стрелы я сейчас чувствую, я подсяду очень неплохо. Хорошая вещь. Клинки, шлемы, практически все необходимое. Сейчас, сейчас, ребят, сходим. Мне покоя не дает, вы же знаете, что. А вот и сопротивление холоду. А вот и, ребята, сопротивление холоду. Вообще ни о чем стоит. С тобой приятно им. А ну-ка. Дело. По-моему, прекрасно. Вообще понты стоят. Ребят, где второй вы здесь говорите, кузнец? Вот здесь? Древняя сила. Где-то здесь? Голос дракона. Если бы вы рассказали, где, вообще бы цены не было. Но просто, если честно, искать столько впадло. Менять в бою, они по единице всего весят. Здание корабля, ребят, время, время. Мы просто тратим время. Очень драгоценное для нас время. Часто приходится бывать в облачном районе. Время. Дай мне знать, если тебе что-нибудь приглянется. Готов у тебя? Да, немного того, немного всего.
Та-т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 а. Какой-то, а вот. Как нарочно. Да, немного того, немного сего. Алхимку надо разбить и сделать нормальные, толковые, мне кажется, нет? По-моему, очень хорошая идея. По-моему. Великий камень душ. Заходи еще. Ребят, ну я сейчас его искать, знаешь, честно, мне очень впадло. Он у соратников, я не знаю, где соратники, я их не встречал еще ни разу. Говорят, стражи рассвета возрождаются. Это охотники на вампиров или что-то такое. Обосновались в старом форте. Так, мне нужны... Я не помню, как с мамонтов. Большие души с мамонтов, да? Большие души, по-моему, с мамонтов. Вот я не помню, с этих друзей есть ли большие души. А с... Как их, вы поняли. Подожди, а сколько же сейчас лук-то у меня долбит? Мамонты и великаны. Тут шляпа сейчас улетит. На ходу стреляет. Дамаг просто запредельный. Я напоминаю, это без... Это без... Какой же ты поц, а? Это без... Это без еще без перчаток. Чисто теоретически тут можно разогнать вообще. О-о-о. Привет. Он меня не увидел, прикинь. Синему морю в зеленой земле. Та-ра-та-та-ра-та-та-ра-та-та. Это сейчас обидно вообще-то было. Да. Как прокачать великие камни? Я не знаю, зачем мне столько, но надо. Если у меня сейчас появится четко рецепт этих самых, что мне так захотелось с ним зарамситься, но он ушел.
Я не теряю надежд найти, мать его, просто перчатки. Пожалуйста. Ребята, да я же... Тебя боги, и пусть земля содрогается, я же не прошу много. Я же просто попросил только одно. Да ладно, сундук, сундук. Бейрон сказал... Побрякушки, всякая всячина и прочие безделушки. Если бы ты еще предложила какой-нибудь... Нет, это явное испытание. Это испытание для меня 100%. Я уже понял. У нас 15 великих камней душ. Понимаете, ребят? 15. Во всякой всячине тебе всегда рады. Просто 15. Я не знаю, как сделать так. Кажется, требованием имперцев не будет. Ладно, как-то парень говорил, как делать. 15 мамонтов. Но если нужно будет. Самое главное, что эти камни есть у нас. Это самое главное. Конца. Я бы на самом деле лук на урон от магии сделал. Кузня всегда работает. Наверняка. Не всегда, знаешь, у тебя кузня работает. Множество чудесных историй. Но боюсь, у меня нет времени. Заходи, если понадобится. Кажется, три. Меня эта вывеска когда-нибудь. Это просто. Это просто, ну. Это реально береги прикол себя. Какой-то. И всегда носи доспехи. Да и черт с ним, ладно. Хочешь, как хочешь, сам попадутся. Знаю, ты не сможешь отказаться. Такие глыки вообще просто редкостные. Погнали по основному. Доброго денечка. А я от нашей общей знакомой. Правда? Ее выбор пал на тебя? Угу. Надеюсь, она знает, что делает. Значит так, я могу пронести кое-что для тебя внутрь посольства. Даже не пытайся пронести с собой еще что-нибудь. У талмарских стражников нюх на это. Дай мне то, без чего не сможешь обойтись, и я пронесу это в посольство. Остальное за тобой. Какие вещи мне нужно пронести? Ты меня спрашиваешь? Она обещала прислать человека, который знает, что делает. Если хочешь остаться в живых, я пронесу туда то, что тебе нужно, чтобы тихо ходить и быстро убивать. Ладно, я пронесу это в посольство. Мне пора идти. Я тебя найду на приеме, не волнуйся. Мне нравится делать луки. Сложно и временами... Твоя задача — пройти на прием так, чтобы в тебе не заподозрили шпиона. Об остальном я позабочусь. Твоя задача — пройти на прием так, чтобы в тебе не заподозрили шпиона. Об остальном я позабочусь. В чем дело? Да что-то стрёмно мне ему отдавать что-либо. Твоя задача — пройти на прием так, чтобы в тебе не заподозрили шпиона. Об остальном я позабочусь. Прям очень-очень-очень стрёмно ему отдавать что-либо. Небная сила! Голос дракона! Найс, спойлеры, чат. Мне кажется, я скоро чат прям отключать буду, без обид, парни. Такое прям. То, что нужно пронести в посольство, уже у Малборна?
Хорошо. Вот твое приглашение на прием. Но ты сможешь пройти через охрану, только если они поверят, что ты действительно из приглашенных гостей. Это значит, что тебе нужно одеться соответственно и не тащить с собой целый арсенал оружия. Вот, надевай. Когда все будет готово, отдай мне все остальные твои вещи. Я У тебя будет только то, что Малборн пронесет внутрь. Ну и то, что найдешь. Тебя не пустят на прием в Талморском посольстве в таком виде. Я так понимаю, так что ли нужно одеться? Я ни разу сюжет не проходил, конечно. Пусть будет так. Сойдешь за обычного гостя. Ну, пока рот не откроешь, конечно. Ну что, пора садиться в экипаж и ехать в посольство? Поздно уже перед... Погоди. Так что делай свои дела. Какие они там у тебя? Оружие-то тоже, да, нужно убрать. Но быстрее, пока мы не упустили свой шанс. Не бойся. Главное, верни... Удачи. Окей. Да не отдавать, блин, им хрен его знает. Там такие вещи, что мама не горюй. Еще кто-то опаздывает на вечер у Эленвен. И какой шикарный экипаж, надо же. Мое почтение, господин. Я опоздал исключительно из-за того, что заблудился в этих богами забытых горах. Добро пожаловать в Калмарское посольство. Я предпочитаю приглашение, пожалуйста. Часто сзади. Благодарю, господин. Пожалуйста. Проходите. Так. Вот мое приглашение. У меня нет отравленного кинжала под одеждой. Так, ну мы и зашли. Добро пожаловать. Мы, кажется, не знакомы. Я Элен Вен, посол Талмора в Скайриме. Ага, первый раз, ребята, это вообще квест вижу. Ах, да. Я видела ваше имя в списке гостей. Прошу вас, расскажите о себе побольше. Что привело вас в эту... в Скайрим? Что случилось, Малборн? Под стенами у нас закончилось вино Алта. Вы разрешите мне открыть Орентийское Красное? Конечно. Я же просила не беспокоить меня такими мелочами. Да, госпожа посол. Прошу прощения. Мы еще познакомимся поближе. Здоровые, да? Прошу вас. Отдыхайте. Что вам принести? Ты на приеме. Хорошо. Как только ты отвлечешь стражу, я открою дверь, и ты сможешь пройти дальше. Надеюсь, мы оба доживем до завтра. Да, что тебе нужно? Пожалуйста, господин, лучший калавианский бренди. Как только ты отвлечешь стражу, может быть, бутылку бренди стражу дать? Тут надо нам не разрешают говорить, чтобы тебе налили. Что тут надо сделать, чтобы тебе налили? Может, этот кипиш устроит? Щедрая душа среди этих скаридов и дармоедов. Если я могу тебе чем-то помочь, обращайся без колебаний. Ой, что ты можешь сделать? Чудесно! Я готов немедленно отблагодарить тебя за щедрость. Дай знак, друг. Мне нужна шумная сцена. Но это читаемо. Все, друг мой. Только я могу тебе помочь. Устраивай сцены. Это практически моя специальность. Отойди и насладись моим мастерством. Пошел, пошел, пошел. Внимание всем. Пожалуйста, послушайте меня. Я хочу сделать объявление. Я предлагаю тост. Пошли, пошли, пока нас не заметили. Что ты делаешь? Правильно, разумеется. Маловероятно, чтобы кто-то из вас захотел оказаться с ней в постели.
Собрать свои вещи? Хорошо. Будем надеяться, что никто нас не видел. Мы должны пройти через кухню. Твои вещи спрятаны в кладовой. Держись поблизости. А говорить буду я, хорошо? Иди за мной. Мы же не хотим оскорбить наших талморских господ. Кто идет, мал? Ты же знаешь, я терпеть не могу странные запахи на кухне. Гостю стало плохо. Оставь его в покое. Гость? На кухне? Ты же знаешь, это против правил. Против правил? Наверное, нужно уточнить у посла. Убирайся. Куда? Я ничего не видела. Есть какие-то новости. Твои вещи в этом сундуке. Так. Я закрою за тобой дверь. Смотри осторожнее. Но говорят, что раз я закрою за тобой дверь, иначе патрульные заметят, что что-то не так. Что сделать-то надо? Удачи. Рассчитывай теперь только на себя. С кем это они? Новые миротворцы посланника? Нет. Это высокие маги прямо из Эленора. Кажется, сама наконец забеспокоилась из-за драконов. А, хорошо. Даже интересно, как бы мы сами могли от них защититься. Если дракон появится, лучше пусть сначала сожрет магов. Тогда, может, нам хватит времени, чтобы его прикончить. Ха! Хорошо бы этих заносчивых ублюдков ткнули носом в грязь. Всегда они на нас смотрят сверху вниз. Где я? На муравьев. Ладно, пошли лучше патрулировать. Здесь рыбы нет. Талморский сет какой-то подрезал. Кстати, он меня не заметил. Я маг, мне пох. Может, за своего сойду? Что-то какие-то приближающиеся. Дроп будет какой-нибудь, нет? А? 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 Рулон бумаги. Ты совсем идиот, что ли? Все, здесь все посмотрели. Домушник. А? Если что, я сразу говорю, я шлангом притворюсь. Мяу. Мяу-мяу. Страшно, очень страшно. Не стоило сюда приходить. Согласен, согласен. Слушай, я вот, знаешь, соглашусь. Даже как-то неудобно. Выпусти. О, а вы знали? Да. Смерть.
Смерть. Да, лососнешь тунца. Да. Как говорится, не пойман. Не пойман. О, Самара, ясно. Все украл. Как дурак. Да. Бабушке расскажешь на рынке. Вот это было больно, согласен. Блин, когда выходишь откуда-нибудь, всегда такое, типа, ну, тема такая, то, что ты на месте замираешь. А, ну да, прикольно. Да. Да. Оп, резко, жестко. Опа, блин! Я не хочу сюда. Я не хочу вот туда хочу! Да выбасься! Нужно что-то? Да. Это было очень близко. Блинк. Оп, фузродах, драгонборн. Ту-ту-ту. Жрать надо меньше. Я охотник! Куда бежать, скажите кто-нибудь, пожалуйста. Я вас очень прошу. Сейчас плохо станет. Я клянусь. А мать кто? Ага. Куда бежать? Ничего не понятно. Я у тебя даже цветы все здесь оборву. Скотина. Непонятно, куда бежать. Непонятно, ничего вообще непонятно. В подвал. Здорово, где подвал? Наверное, вот туда. Карим, Сережа! Ястреб сбит. Входы между этими очень дурно себя показывают. Ну все, понятно. Я думаю, что я здесь ничего не сделаю. Вот эти залипания в начале, ну, они руинят все. Потому что... Ну, он как бы на месте перс стоит, поняли? Они уже двигаются, а я на месте стою. Хотя... А, мне сразу сзади клинком бьет. Ну, пойдем. Не, он сразу он пробивает. Здесь сначала. Ха-ха, смотри, дурак, а я с этой стороны. Ну вот сразу дайте мув сразу сделать. Ну дайте, не душите. Вот, хорошо. Мяу. Вы же понимаете, да, то, что как только я возьму что-нибудь, шляпы с вас послетают. Магна. Личные данные.
Талморское досье. Ну, это F5. А кто? Ну, кто? Ну, кто? Кому? Мне? Нет. Ни в коем случае. Прямо какой день сурка! Ну, тут, ну куда? Ну, нет, 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 нет. Ага-га-га-га. Ха-ха-ха. Куда бежать? По-моему, я по голосу... Я не могу понять, куда бежать, ребят. Нужен ключ, привет. Я не понимаю, куда бежать, братцы. Ну вот куда? Сюда, туда, куда? Я тебя уничтожу. Вот отсюда вот мы что-то забирали. Я покончу. Мы же сюда дальше бежали, ребят. А ключа нет. Куда бежать? Ну и сюда же я опять вышел. Понятия не имею вообще, куда дальше. Может быть, здесь проход, не знаю. Я понял. Наверное, их спугнули. Нужно что-то? Я не знаю, ребят, куда. Ага. Куда-то бежим, бежим. Земелье. А, тут какой-то чувак меня калит. Здесь еще какой-то тип. Ничего не понятно. Они еще и по этим поку. Ребят, подскажите по-братски. Миссия такая душная вообще, люто душная. Вообще прям очень жестко. Прям... Ты правильно идешь, но это ГГ. Да, здесь не пройти. Они, блин, видишь, поджигают. Без шансов. Я думаю, что это конечно. Не, ребятки. Тут так не прокатит. Ну ладно. Ну хорошо. Мы примерно поняли, куда идти. Давайте попробуем по стелсу. Помнить бы еще, куда бежать. Черт его знает. Столько здесь всяких ходов, выходов. То ли сюда, то ли... По-моему, вот сюда. Нет, здесь больше всего вот тут я люблю. Вот тут всегда вот такие квесты. Когда, знаете, миллиард вот этих вот ходов по стелсу. Моя тема.
куда дальше? Черт его знает. Сам затупил, да я и не спорю. Просто, ну, неинтересны эти миссии. Дальше-то куда? Что делать? Нужен ключ. Я первый раз, да, прохожу. Я просто не думал, что здесь такой геморрой будет. Я вообще, если честно, не думал, что в Скайриме есть какие-то стелс-миссии. Короче, непонятно. К сожалению, ясно, что ничего не ясно. Ну, они прям стоят, типа, здесь. Ну, это вообще забейте. Давай попробуем, но нет. Как вот их доджить? Ну это же вообще забейте, это... Ну это смерть просто сразу. Наверное, их спугнули. Не, ребят, здесь... Рассказал. Тихо. Ты знаешь правила. Молчи, пока тебя не спросят. Мастер Рулендил задает вопросы. Начнем сначала. Нет. А ты знаешь правила. Пощадите. Вы уже все знаете. Дальше-то куда? Нет. Начнем сначала, как обычно. Предметы, книги. Прочитать. Давайте я все книги пролистаю. По-моему, последняя, да? Надо было оружие взять. Ну, кто же знал-то? Угу. Покинуть посольство, все. Если будешь упрямиться, нет, мне придется... Мне просто нужно было отдышаться. Давайте я снова расскажу. Я же ничего не знаю. Кто-нибудь есть? Нам... Ну, это просто потрясающе. Ну что, видишь? Эльфы действительно высшая раса. Нам нужен ключ. Какой ключ? Наверное, их спугнули. Ключ у эльфов. Что это было? А вот и как ты меня видишь? Ау, кто там? Тебе крышка. Ты меня скорее опокойся. Блять, такой дурдом вообще, просто забей. Где этот ключ выдрочить? Наверное, да.
Я стелс-миссии, это мое все самое любимое, ребят. Я просто кайфую от стелс-миссий. Не надо, пожалуйста. Я больше ничего не знаю. Я бы уже все вам рассказал. Тихо. Ты знаешь правила. Молчи, пока тебя не спросят. Мастер Рулендил задает. Вопросы. Начнем сначала. Может быть, это он. Слушай, ты шпион. Нет, ты знаешь, почему. Мы взяли твоего сообщника. Вы уже все знаете. Сдавайся, или оба умрете. Нет. Тихо, я уже мертвый. Начнем сначала, как обычно. Тебе крыша. Давай. Эльфы действительно высшая раса. Алексей, доброго времени суток. Я понимаю, что моя идея может не понравиться, но просто загрузи сохранение, которое было перед тем, как ты поехал. Я просто эту миссию... Не надо, пожалуйста. Я объясню. Я очень хотел бы эту миссию поскорее сделать, и все. Вот как есть, так есть. Ты знаешь правила. Молчи, пока тебя не спросят. Просто я, ребят, я стелс, я ее, ну, на генетическом уровне не перевариваю. Нет, а ты знаешь правила. У сидящего типа в кармане. У него один ключ. Все знает. Ключ от камеры до знания. Начнем сначала, как обычно. Ну, в следующий раз буду проходить, ребят, буду уже знать, что здесь нужно давать какие-то кинжалы, по стелсу убивать всех, ну... Если будешь упрямиться, мне придется... Нужно было отдышаться. Ничего страшного, сделали давай такой выбор, ну, тяжелый, ничего страшного. Я же ничего не знаю. Пройдет. Есть один старик, он живет в Рифтоне. Может, он и тот Эсберн, которого вы ищете. Я не знаю, он старый и немножко чокнутый. Это все, что я знаю. И зовут его... Я не знаю, как его зовут. Я уже 100 раз говорил. Ты знаешь правила. Отвечай на вопросы. И где нам искать этого безымянного старика? Я говорил уже, я не знаю. Я его видел в крысиной норе. Может, он там живет, я не знаю. Я чувствую, они так долго будут разговаривать. Даже свитков нет. Может быть, он сейчас уйдет? Я уже все вам расскажу. Послушайте, я вас отведу в рифт. Покажу. Тихо, пленник. По-любому лупить, короче, надо. Хотя... Подожди-ка, чувак уходит. Я понял. Мы поняли, по крайней мере, как это делается.
Да. Привет. Короче, можно украсть кинжал. Не надо, пожалуйста. Про магию забываем. Я ничего не знаю. Я бы уже все вам рассказал. Тихо. Ты знаешь правила. Молчи, пока тебе... Не спросят. Мастер. Сейчас прокнет все равно. Сейчас прокнет все равно эта тема. Так можно было? А, нет, ничего, ребят. Не надо, пожалуйста. Я больше ничего не знаю. Я бы уже все вам рассказал. Тихо. Ты знаешь правила. Какого стражника? Молчи, пока тебя не спросят. Кого? 31%. Мастер Рулендит дает вам. Душно, 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 душно. Ну, я вам так скажу, я все равно этот квест сделаю. Я просто, блин, ребят, смотрел бы спойлер, я бы все знал. Без спойлеров первый раз слышу, что в Скайриме есть вот такие квесты. Тихо. Ты знаешь правила. Молчи, пока тебя не спросят. Опять. Мастер Рулендил задает вопрос. Вы говорили. Ра-та-ту-та-ту-та-ту-та-ту-та-ту. Ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Чик-чик-чик. Мое почтение, дорогой. Просто. Так. Это просто великолепно. Это просто великолепно. Просто шикарно, братик. Это F5. Я же сказал, ничего больше не знаю об этом. Я не буду тебя что? Пытать. Кто? Чего ты тогда хочешь? Нет времени на объяснение. Давай выбираться отсюда. Да, конечно. Быстрее, туда. Я видел, как стражники выносили туда трупы. Куда-нибудь да выйдем. Нет проблем. Спасибо за помощь. Я у тебя в долгу. Найди меня в Рифтоне, если выберешься отсюда. Живет, живет, работяга. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ля-ля-ля. Теперь самый главный вопрос. Рулон бумаги чист. Ты откроешь? Ой.
шпион! Ты в ловушке, и мы взяли твоего сообщника! Сдавайся, или оба умрете! Плевать! Тихо, я уже мертвый! Иди! Медленно! Ну давай! Он должен быть где-то здесь. А где? А где, вы не знаете? А? А что по имботу, а? Я ж тебя разберу, черт. Я ж тебя просто разберу. Братик, стой, 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 тормози, тормози, горим. По идее, его должны сейчас... Нечем биться. Нечем. Надо посмотреть по свиткам. По-моему, что-то у меня где-то было. Сейчас, секунду. Я же сказал, ничего больше не знаю. Что? Да. Быстрее, туда. Я видел, как стражники выносили туда трупы. Куда-нибудь да выйдем. Сейчас, дорогой. Я, по-моему, там был какой-то еще свиток. Защитный круг. Но это на нежить. Давай выбираться отсюда. Очень жаль. Блин. Как-нибудь бы у вас так... Парни, да мне бы не щит, лук есть любой. Дайте лук, я вам такое здесь устрою. Вообще песня будет. Смотри, у нас здесь. Не представляете, кого к себе в гости-то позвали, друзья мои. Просто даже не представляете, какую силу вы разбудили. Где там вся эта чепушня? Они все остальные на улице. Да, кинжалы, конечно, вещи делают сильные. Ну и чё, чем закончилось-то? Ну? Заметьте, ничего не скипнут. Затерпел. Начинай вещать. Слушай, ты шпион! Ты в ловушке, и мы взяли твоего сообщника! Сдавайся, или оба умрете! Плевать! Тихо, я уже мертвый! Иди! Медленно! В очередь, сукины дети! В очередь!
Да. Еще разок мне это расскажи. А ты говорил, что брони нет, брони нет. Все, как вы и говорили. Один в один, братцы. Ой, сейчас кто-то перчаточки себе замутит. Кто же это будет такое у нас? Давай-ка подумаем. Я бородатый мох. Так, поехали. Кто это себе перчаточки замутит? До 60, если догоним, то разгон будет такой. На-н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 а. Иди посмотри, танкани. Кто? Давай! Давай, Серёга! Иди сейчас! Что-то как-то мы слабенького пробиваем, нет? Не находишь? Братья, каждый сам за себя. Свобода! Каждый сам за себя. Так, а куда нам теперь? Не-не-не, он выжил, ребят, он выжил, я видел. Выжил, говорю, выжил. Чу-чу. Опа. Не надо. Узрод. Прошу тебя прекратить. Все... Ну, извинись. Хорошо, что мы с этим разобрались. А чё он? Ребят, сорямба. Прошел. Не знал, как правильно проходить эту миссию. Когда буду проходить второй раз Skyrim, ну и, естественно, еще не только второй, обязательно эту миссию, ну, сделаю по красоте. Баемых защитников Скайрима, имперцев. За юность мы пьем, прошлым дням наш почет. Тебя хоть не убили. Твои вещи лежат у меня в комнате в полной сохранности, как я и обещала. Удалось узнать что-то полезное? Алмар ничего не знает о драконах. Правда? Что-то не верится. Это точно? Да, это точно. Эсберн? Он жив? Я думала, талморцы уже давно его изловили. Безумный старик. Хотя это значит, что если талморцы захотят выяснить, что происходит с драконами, они быстро его найдут. Что Талмор хочет? Желание убить всех клинков, до которых они доберутся? Эсберн был архивариусом клинков, одним из нескольких. Прежде чем Талмор сокрушил наш орден во время Великой войны, он проштудировал все книги и рукописи в наших архивах в поисках сведений о драконах. В древности клинки очень много о них знали. Эсберн был этим по-настоящему одержим. Тогда тот самый сосед. Тогда это не интересовало. Кажется, зря мы думали, что он сумасшедший. По факту. В Рифтоне, да? Тогда, наверное, в крысиной норе. Я бы сама там спряталась. Отправляйся в Рифтон. Найди Бриньюльфа. Угу. У него есть связи. По крайней мере, мы хоть что-то уже знаем. Да. И когда найдешь Эсберна, если думаешь, что у меня паранойя, скажем так, его доверие будет добиться непросто. Спроси его, где он был 30-го дня начала морозов. Он поймет. Прекрасный квест, он мне сразу понравился.
Слышь, тебе мать. Что-нибудь нужно? Мать! Мать! Дурно не стало. Здесь кнопка взять все. Что, ребята? Чё мне только не говорить? Снять зачарование мы хотели, да, с алхимки снять? Ага. Перчатки. Перчатки. Раз. Вот этого даже я сейчас не ожидал. Что-то я маленечко сейчас пришалел. Это чисто теоретически. Вы будете смеяться, но мы даже каску на 27 можем сделать. Заточить-то... Ой, ты не видишь меня. Ту-ту-ту-ту. И носитель бесшумно. Броня есть. Перчатки есть. Сапоги бесшумно. Если честно, я бы насчет вот этого подумал. А можно ли? По-моему, сапоги нельзя на стрельбу, ребят. Значит, мы оставляем как есть. У нас с вами, ну, я считаю, это лучшее, что могло вообще быть. Сейчас, одну секунду. На нас сон не пробивает. Нас особо, я бы не сказал, что как-то, ну, прям пробивают, знаешь, там урон какой-то колоссальный наносит. Если тебе... Шо-то, да, есть, бывает, прилетает, но не настолько прям. Конечно же, Ну а как по-другому? Как еще по-другому? Вот скажи мне. Чтобы глаза не мозолили, мы их вот так вот подскипнем. Уходим на золотые стрелы и туда. Шлем, да, мы еще забыли одеть. Красивый, ладно. Кстати, перс. Это надо другому продавать. Красивое, кстати, тоже очень одеяние.
А неплохо, да, с эльфийской броней сочетается стекляшки, да? То, что очень неплохо. Вернулся на свое законное место, много для нас значит. Благодарю тебя. Да, немного того, немного сего. Кто-то зовет мой товар мусором, но для меня это сокровище. Мне покоя вот эти наручи не дают. Слушайте, я на самом деле, у нас, по-моему, сейчас full set. А есть ли вообще смысл сейчас отвлекаться? Мне кажется, нет. Сейчас мы разную дичь вот эту распродадим. Мне искренне сейчас интересно, что сейчас будет. Ну, мне кажется, сейчас шляпа просто улетать будет. До встречи. Прям, ну, просто ее прям сносить будет. Я даже не хочу думать, насколько мы разогнали сейчас урон. Это очень много. Это потрясающий абсолютно квест. И... жестко, очень жестко. У меня, знаете, какой вопрос? Мне покоя не дает лук. Нужен новый клинок? А теперь вопрос такой. Это основной квест, это я уже понял, да? Сейчас. Вот эту не хочу. Я не знаю, для чего они ищут. Нифига мы выполнили. Или драконорожденный основной. Хочу драконорожденный, поехали. Soulstain. А он где? Стоп, драконорожденный, вы говорили, это DLS, да. Основной, ребят, какой квест он идет? Чисто теоретически, вообще, как бы, ну, по логике вещей, наверное, вот это нужно доделать. Ну, все, и погнали. Это будет веселое путешествие. Пять баллов. Так, секунду. Раз.
Гильдию воров обязательно, да. Во гильдию воров. Угу. Здесь порядок наведу после движа этого. Гильдию воров, давайте я туда открою. Погнали. Про повозки, ребят, извините, на вопросы больше, ладно, отвечать не буду, ну, если не сложно, потому что одно и то же, ну, тяжеловато очень говорить. Мне нравится изучать этот мир. Мне не столько, сколько вот какие-то квесты там основные нравятся, еще что-то. Он безумно красивый мир, и я его просто изучаю. Я бегаю, я открываю что-то новое, какие-то квесты открываются. Поэтому мне вот так вот оно гораздо интереснее. Мое прохождение, поэтому вы сами понимаете, да, я решаю, что, как, зачем и почему. Интересен урон. Очень интересен урон. Я все-таки... Ну-ка, пацана, не трогай. Есть пробитие. Серьезно? Да, от Миши, чтобы убежать, надо очень сильно запотеть. Ага. Чё, парни, блядь? У вас здесь какая-то... это... Чё вообще здесь происходит? Парни, давайте как-нибудь, ну, договоримся. Уважение. Я лучше его сначала все-таки. Особо ничего интересного. Самые обычные работяги. А вот пещерный медведь для нас очень интересен. Прям совсем обычные. Мерзкие, что? Две мерзкие механизмы. Прикольно. Я сейчас на дракона, конечно, пойду. Я... А зачем их мимо проходить? Чем больше мы их минусанем, тем, ну, проще будет. Конечно. Сейчас еще надо зелье этого стрелка найти, как крафтится, и все. Сейчас
ничего страшного. Адепт. Вроде простые ребята, а сундук у них адепт. Так, у нас где-то на верхушке вот этой горы живет парень. Пойму, это какая-то, ну, местная приколюха или что? Вас откуда здесь столько? Ну, расплодилось-то, парни. Самое главное, чтоб дракон был дома. Обалдеть, на самом верху, что ли? Да ладно. Своим глазам не верю. Снадобие кузнеца уважения. Кожу надо перекрафтить. Броня. Допустим. А вам не кажется, что их дракон нашел? Нет? Сабинка не знаю, где сегодня, ребят. Может быть, отдыхает, может, занята чем-то. Мне сложно сказать. Ну, я вам так скажу. Вот если бы можно было поставить на то, где Сабина, я бы, конечно, ставил на нашем рыжем партнере. На Вине. Ну, 100%. Да, потому что, во-первых, надежно. Во-вторых, потому что партнеры. В-третьих, потому что сам там ставлю. Вот, поэтому, ну что, что я могу сказать? Я могу сказать только одно, что спасибо всем, кто переходит по ссылочке в чате. Просто хотя бы регистрируется. Меня тем самым поддерживаете. Спасибо. Я не уверен, что сама система игры даст мне это сделать. Но чисто сейчас вот теоретически. X15 прошел, кстати, урон. Нормально ему. Кстати, это такой серьезный парень. Ну и как ты меня отсюда выкуривать будешь?
Расскажи-ка мне. Мисклик. Ты где? Как он собирается? Сундучок. Тридцать единиц магии. У него нормально там вообще все. У меня есть стойкое ощущение, что он себе там друга нашел. Лучшего. Лучшего нового друга. Очень стойкое ощущение. Ну ладно. А как мне напомнить туда? А где я? Все, да? Кровавого. Просто что? Мать моя женщина. Ага. Ага. Расскажешь, да? Ой. Ой-ой-ой. Блюдок, мать твою. Вот здесь бы, конечно, с ним вообще было бы идеально. Вообще отлично идет. Я даже не использую насчет стрел вот эту карусель. Типа не вижу смысла. По-моему, он сейчас должен упасть, чисто теоретически. Хорош! Мэйдэй, мэйдэй! Сбили, ребят. Да не, братик, здесь уже... Такие не уходят, ребята. Такие не уходят. Ну что ж, пришли, увидели, победили, как говорится. Мы очень сильные. Это вот этот дракон, он, ну, он довольно жесткий. Он, ну, я не могу его назвать слабым. Он сильный. Хороший такой дракон, плотный. Но хочу отметить, что прокачать посильнее этого. Арт, спасибо огромное. Прокачать посильнее, наверное, с лука я бы ему дал пожестче.
из инвиза с лука, я бы ему... Ну, две стрелы из инвиза с лука, это... Блин, ну не знаю сколько, но это очень много. Ну что, ребят, сбили? Птичка сбита. Я еще раз спрашиваю, что у вас здесь происходит и творится. Это вообще как? Почему за мной одновременно гонится саблезубый тигр, медведь и прочая шляпа? Ответьте мне, пожалуйста, на этот вопрос. Миш, ну не хочется мне с тобой завязываться. Еще один медведь. Да вы что, охренели здесь? Парни! Вы что творите-то, Вы что, чертофаны? На, держи! Раскумарься! Вы чё, ребята? Веселые девчата. Мишка, плюшевый мишка. Куда ты? Постой! Возьми меня с собой, Мишка. Выдумщик. Стрела отдай. Дурак неумный. А я ведь тебя жалел. Я тоже выдать. Пробитие. Парни, вы прекращайте уже. Ну что это такое? Ну все, конечно, понимаю, но. Блин, ну с другой стороны, это лес. А почему в лесу не должно быть, ну, много медведей? Наверное, это логично, да? То есть, где-то какая-то логика, ну, вроде как фиксируется. Ночью очень не хочу ходить. Ночью очень страшно. Скайрим от третьего лица, как Марио от первого. Так можно просто взять и как бы пройти самому от любого лица, который тебе нравится. Я стараюсь переключать для атмосферы. Мне очень интересно, что сейчас вот здесь нас ждет. Надо наверняка только долбить. Ого. Ого-го. А что за тусовка? А где я? Ой, какой хороший хайграунд. Сейчас будет братишки и сестренки. Веселые истории. Экран покажет наш. Привет. Здорово. Это. Бомжи. Я понял.
Рамсы? Я понял, что здесь, ну, как бы у вас своя тусовка. Хорошие ребята. Такие прям. Все, парни. Я здесь, ребят. Эу. Он просто какие-то левые типы. Сорян. Неудобно как-то вышло, что ли. Вообще я не так планировал. Ну, там один, ну, вообще не считается, как бы. И вообще я убежал. Ну, свои, ну, надо было покричать, там, пошуметь, я не знаю. Блин, сверху, да, наверное, только к ним про это. Свои, да там черт разберешь их, свои, не свои. Чел, на небесах спасибо, папаша, да-да-да. Ребят, ну... Вообще не считается. Ну, они сами спровоцировали, да? Однако орочие стрелы. Будьте любезны. Орочие стрелы у ребят это, ну... Это вроде бы как бы и неплохо. Шляпа разная. Отмычка. Вообще голяк. Полный галичело. По поводу этого, ребят, серьезно, огромное спасибо, кто вне стрима подписывается, там, поддерживает. У меня приходит оповещение. Знаешь, порой спишь. Кто-нибудь на бусте подписался за сатыгу. Вроде и не поблагодарить, но забывать тоже не имею права, так что огромный вам, ребят, благодарочка. Орочи стрелы, орочи лук. Ну, вроде как даже не дурно. Есть стойкое ощущение, что это есть вход во всю эту богадельню. Ага. Кто бы сомневался. Слишком все читаемо. Папа квеста убил. Да, брат, это надо было обязательно написать. На самом деле. Надо прятать нож в сапоге. Ага. Надоело, что золота вечно не хватает. Пора. Один хороший рейд. Уйду на покой. Куплю себе острову. Тут кто-нибудь есть? Напрягись! Да что ты? Да, в смысле? Думаю, теперь там никого нет. Неплохо. Так, ребятки, ну что ж, я думаю, что как раз серия подошла к концу. У нас с вами еще лайвстрим. Поедем сейчас тачку выкатим, которую мы, в общем-то, планируем поснимать в ближайшее время. Такой инсайт небольшой. Вот, так что желаю всем доброго вечера и ночи, кто идет отдыхать. Ну, а кто со мной останется, сейчас лайв прям с телефончика, да, запущу. Я думаю, очень приятно с вами проведем время. Вчера очень был крутой стрим, я считаю, лайв посидели, пообщались, и прям я сам немножко отдохнул. Всем добра, всем удачи. С вами, как всегда, был я, Леха, Hardplay. Все предыдущие ссылочки на предыдущие серии можете найти внизу в описании. Спасибо за стрим. Спасибо.